Нижний Новгород готов сотрудничать с бельцами не только в сфере образования, но и в торгово-экономическом. Об этом во вторник, 15 августа, на встрече с руководством муниципия заявил Вячеслав Прелов, первый заместитель директора внешних связей правительства Нижегородской области. Он сообщил, что в следующем году в Бельце на инвестиционный форум готовы приехать представители различных предприятий Нижегородской области. Вот было бы интересно, если у вас это регулярное мероприятие, мы бы... Если бы получили, соответственно, там на перспективу от вас приглашение, тоже бы с удовольствием приехали, привезли бы свой пул предприятий и тем, кому интересно здесь сотрудничество. Вот вам, пожалуйста, опять-таки еще один шаг для того, чтобы люди посмотрели, что, чем город дышит и где тут можно свои какие-то ресурсы применить. Было бы и вам полезно, и нам интересно тоже. Ну, это вот те направления, которые как бы я вот, видел бы для взаимодействия, для развития сотрудничества. И нам хорошо. У нас очень сильное укрепление международных связей, тем более с такими замечательными партнерами. У нас очень развито и машиностроение различных абсолютно видов, там и автомобилестроение, станкостроение, там, авиастроение, судостроение, чего только нет. Развито в Нижегородской области и химическая промышленность, и нефтепереработка, и пищевая промышленность, и легкая. В общем, весь спектр... что называется, как там, промышленно развитых государств, которые там в Европе, например, у нас представлен, подтягиваем качество и так далее. Вячеслав Прелов также рассказал о том, каким он видит торгово-экономическое сотрудничество Бельц и Нижегородской области. Как предложение было бы направить в наш адрес, в адрес либо департамента, либо губернатора даже, обращение от вас, от торгово-промышленной палаты, от университета по поводу сотрудничества, потому что у нас действительно там достаточно крепкая торгово-промышленная палата. Я вот не знаю, там же есть, наверное, какая-то система по развитию сотрудничества между торгово-промышленными палатами у нас. Тут, мне кажется, было бы интересно и нашим посотрудничать, поработать. Один момент. И у нас, кстати, вот по линии сельскохозяйственной очень мощная Нижегородская сельхозакадемия есть. И я думаю, все проекты, которые реализовываются у вас здесь, очень были бы интересны. Тоже в рамках какого-то перспективного сотрудничества, некое соглашение сделать. Представители местной администрации пригласили на бизнес-форум, который пройдет в Нижнем Новгороде в середине сентября. Это просто хорошая площадка, еще раз скажу, для того, чтобы вы зачастую могли решить отчасти ваши же и не то чтобы проблемы, нет, не проблемы, а ваш интерес в продвижении информации о бизнес-климате в Бельцах, возможность потребностей промышленных предприятий. Пожалуйста, мы предоставляем такую возможность. Это и нам плюс, что мы показываем о хороших наших контактах с регионом Молдовы. Вы, в свою очередь, имея, потому что никто вас не ограничит в том, чтобы самостоятельно устанавливать контакты с присутствующими бизнес-миссиями и делегациями и регионов, и России, и мира, это вот такая подобная площадка, вот вашему вниманию она предлагается.